Алло, здравствуйте, это Инна Станиславовна. Вы меня слышите? Вас беспокоит СурКовид, обеспечение лекарствами. Вы нуждаетесь в противовирусных лекарствах? Этот вопрос волонтеры колл-центра первой поликлиники задают несколько сот раз в день. Обзванивать пациентов, получивших положительный результат ПЦР-теста, их прямая обязанность. Они помогают медикам справиться с возросшей нагрузкой. Они занимаются обзвоном пациентов, которые осуществили вызов врача на дом для уточнения актуальности вызова, обеспечения лекарствами у тех, кто подтвержденный ковид. И маршрутизации направления по врачам. Алена Наганова – волонтер со стажем. В рядах добровольцев она уже больше 2 лет. На предложение поработать в колл-центре поликлиники ответила утвердительно, не раздумывая. Мне очень нравится работать за спасибо. Действительно, это очень важно в наше время. Мне нравится помогать. Все. А вот отдыхать? Отдыхать – это отдых, это не работа, это же помощь. Жители Одинцовского округа, студенты и даже школьники могут стать волонтерами. Перед каждым мероприятием проходят инструктаж, чтобы наверняка справиться с поставленной задачей. В день на каждого 150 человек взваниваем. Как справляетесь с такой нагрузкой? Работаем в 2 смены. Первая смена с 8 до 2, вторая с 2 до 8. Меняемся. Волонтеры помогают медикам с начала пандемии. Об усталости речь не идет. Они понимают, только совместными усилиями можно приблизить ее окончание. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».